Рябина – одно из самых стойких растений на планете. Она может выдерживать даже морозы до минус 50 градусов. Рябину можно встретить и в Европе, и в Азии, и в Северной Америке. Но, наверное, больше всего любят ее у нас в России. И в нашем городе сегодня проходят именины у рябины. И сейчас мы туда отправимся. Сегодня все танцы и песни на сцене только о ней, о рябинушке. На фестиваль «Рябиновая ярмарка» съехались 120 артистов со всего Верхнекамья. В таких ярких нарядах и с позитивной энергией отпраздновать рябиновые именины приехали к нам гости из Красновишерска. Рябина же это вообще ягода такая очень, как сказать, слово-то, может, мистическое ее назовем. Вот я сейчас готовлю фестиваль, рябинник называется, то есть там и обряды, и хороводы будут. В Красновишерске тоже? Да, тоже будет в Красновишерске. С не меньшим задором приветствует гостей вокальная студия КДЦ, хозяева и участники конкурса. Вообще рябиновая ярмарка – это же наше возвращение к каким-то русским истокам, к нашим традициям. И здорово, что мы их не забываем, что мы каждый год вспоминаем о них. И вот в таких красивых нарядах с красивыми песнями мы выходим на сцену, чтобы вновь напомнить всем о наших корнях русских. Конкурс проходит в двух направлениях – вокал и народный танец. Но, похоже, скоро пора вводить и номинацию «Поэзия». Участники прямо в фойе делятся с нами стихами собственного сочинения. «Груздья рябины на белом снегу так обжигают, дышать не могу. Я задыхаюсь, горю и горю, солнце ласкает рябину мою. Утренний ветер ее растрепал, алые груздья с рябины сорвал и разбросал на белом снегу. Так обжигают, дышать не могу». В Березниках рябиновая ярмарка проводится с 2014 года. Еще не так давно это были веселые гуляния с хороводами, танцами и угощениями. Но в этом году из-за пандемии решили ограничиться лишь конкурсом. В зале зрителей нет, только участники из других творческих коллективов и строгое жюри. Оценивают мастерство и, конечно, настроение. Русская песня, русская душа, они неразрывно связаны. Неразрывно. Это наша основа. Та искренность, та непосредственность, та грусть, та радость, то невероятное количество эмоциональных красок, которые присутствуют вообще в нашей жизни, они представлены сегодня на нашей сцене. 2 часа конкурсной программы пролетели как один миг. Участники пообещали встретиться на этой сцене в следующем году. Организаторы надеются, что через 12 месяцев зал будет полон зрителей, и талисман праздника «Кукла Рябинка» соберет вокруг себя еще больше гостей. Евгения Кокшарова, Сергей Антонович. Новости Верхнекамья.